Когда вот мы учились, было такое отличное место, кто примерно со мной одного поколения помнит. Там сейчас дорогой ресторан, академичка. Академическая столовая была, где ели и студенты, с одной стороны, и сотрудники академии. Мы там проводили по много часов в день. Я не знаю, где я получила на самом деле образование. Возможно, там. Я не хулиганю, я всерьез отвечаю. Я говорю всерьез. Там шли дискуссии, которые, я думаю, в Гайдельберге и в Марбурге шли, в Марбурге при Ломоносове еще, я думаю, они шли.